Всем мяса, с вами Павел Мясник. И сейчас даже не выживание будет, а просто тестовая запись звука, потому что я после работы приезжал, записывал видео и как-то не обращал внимания. А сейчас, короче, NVIDIA не хочет, хотя я записывал Kingdom Come, через нее нормально было, NVIDIA здесь не хочет звук нормально воспроизводить. А когда я подключаю микрофон, так она его вообще не видит, я так понял. Хрен его знает, честно говоря, с этим звуком. И я вот сейчас установил бесплатное приложение, я его тестирую, называется OBS. Если оно действительно нормально работает, то я оставлю на него ссылку. Мало ли кому-то пригодится записывать видео или еще что-нибудь, поэтому это просто тестовая запись. А для тестовой записи, вот сейчас я микрофон подсоединил, и этот, может, и через NVIDIA, конечно, будет потом попробовать, потому что у меня почему-то, когда я его присоединяю, выводится звук в него. Как будто бы там есть наушники, хотя их нету. Такая ситуация у меня есть с колонкой, когда по телефону хочешь поговорить, люди слышат меня аж с самой колонки. Кто микрофон в колонку засовывал, я не представляю. И для каких целей? Может, правда, для прослушивания или для чего? Но это уже теория заговора. Так, итак, здесь у нас была интрига. Надо было украсть вот это вот все. Сразу скажу, под NVIDIA, под невидимостью, под хамелеоном, под всем, а нам вломит, и нас здесь просто разорвут. Поэтому нам нужно, насколько я помню, достать... Кстати, вот возврат я хотел проверить, между прочим. Но это возврат, еще должна быть метка. Это было и в Daggerfall, это должно быть и здесь. Насколько я помню, потому что вот, ну сейчас я его применю. Вот, и я должен был куда-то вернуться, а... Раньше писалось установить метку. Ну, по крайней мере, это было так в Daggerfall. Установить метку или переместиться к метке было меню. Новый здесь немножко по-другому. Что конкретно вам от меня нужно? Это... О! Сразу пометка берем. Все, теперь можно будет все делать. Короче, как вот это вот стащить? Сейчас будет лайфхак. Вместе с приложением для записи видео, сразу с этой ссылкой. Это даже не день выживания, а просто бонусная серия. Не буду ничего томить. Отправляемся вот сюда. Да, ну, кстати, с этой записью немножко FPS вроде бы... Да, мне показалось, но помедленнее было. Проседает. Нам нужно найти заклинание этого телекинеза. Сразу карты раскрываю. И, по-моему, оно было где-то здесь. Если мне не изменяет память. Ладно, я слушаю. Обучения нет. Говори. Что это было? Нет. Да что такое? По-моему, уже здесь было этот телекинез. Хотел по-быстрому записать. Могу я что-нибудь для тебя сделать? Ни хрена не получается. Так, но если оно не здесь, то где? Это тоже разбросано, уже надоело мне лазить. Ладно. Так, может, у тебя? У тебя? Что? То сейчас денег не будет, и даже на телекинез так не хватит. Телекинез. Кстати, китайцы как-то сделали вот мой ноутбук Тандероба так, что он почему-то звук вентилятора умудряется каким-то образом записывать. Я его еле слышу, а микрофон слышит вовсю. Тебе что-то нужно? Дай мне телекинез. Я быстро покажу, как на начале игры, на любом этапе, сделать так, чтобы было хорошо. Продолжайте. И надо же, я забыл, где оно находится. Давно не играл, все это вылетает из головы. Но, по-моему, в Садрит Море это все-таки было, это было не здесь. Если я не ошибаюсь, конечно. Оно так и называется, телекинез. И, по-моему, оно даже находилось в самом низу. Говори, что вам нужно? Так, давай Вальдрун. Хрен с ним. Сейчас быстро пройдемся. Я просто реально не помню, где оно находилось.
Здесь вообще, по-моему, никого нормального нету. Говори. Так, чего точно не учили. Так. Это тоже херня. Короче, я просто так сейчас теряю золото. Наконец-то. Берем телекин. Так. Где-то был телепорт. Вон там. На микрофон немножко я в кресле сижу. От меня находится справа. Я не знаю, как будет звук он записывать. Проверю. Потому что в NVIDIA там как-то я выбирал. Даже вот предыдущая серия была. Разделил даже дорожки. И все равно ни хрена ничего не помогло. Звук был какой-то, ну я, конечно, еще раз протестирую уже для себя NVIDIA именно с микрофоном. Я там немножко разобрался, ну посмотрим. Сперва мне надо убедиться, что здесь все неплохо. Так, Вивек. Продолжайте. Маны, я думаю, хватит. Главное, чтобы она нас не видела, потому что там формулы как-то по-тупому рассчитываются. Вроде бы ты невидимый, а эта хрень, она тебя не видит, пока ты не применишь действие. Как только ты какое-то действие совершаешь, удар, воровство, в миллисекунду мгновенно просто ты теряешь эту невидимость. И, соответственно, в этот же момент она тут же, хоть она даже будет спиной повернута, она все равно жопой почувствует, что что-то не так. А, не удалось. Блин, выносливости нету. Сейчас. Все, вот таким вот способом мы получаем самые топовые вещи мастера. На начале это просто, ну, очень круто. Кто играл, тот это дело все понимает. Остальное я продам уже в другой гильдии магов, но это будет уже на шестой день. Это просто бонусная запись этого видео. Итак, вот так. Если, короче, эта запись нормальная, тогда вот на этом ABS и останемся. Посмотрим. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч. И да пребудет с вами мясо.